У меня сейчас на айфоне профессиональный микрофон Shure MV88. И давайте-ка сравним уровень шума в Делийском метро и в Московском метро. Итак, мы в метро Дели тронулись со станции. А теперь пример звучания московского метро. Так же, как и в Делийском, трогаемся с места, со станции. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия. Ну вот, например, на ВДНХ можно сходить. Но здесь самый крутой павильон космонавтики, говорят, сегодня закрыт. Поэтому мы пошли в океанариум. О, и золото, что ли. И рождественский джаз играет, между прочим. Наверное, так холодно на улице. Солнечно, но минус один. Ну ладно, в Индии не увидели, так хоть здесь увидели крокодила. Такой малюсенький. Такого, по-моему, даже в Индии не страшно встретить. Крокодилы с черепахами дружат, не едят друг друга. Это что, воздушный змей, что ли? Привет, ребята! Привет. Смотри, как они улыбаются. Такие веселенькие. Ха! И что? Ну, это просто аквариум. Много мелких всяких красивых рыбок. Да, кораллы шевелятся. О боже, кто это? А вон акула. Вот это крабик. Угу. Японский краб-паук. Привет, ты кто вообще? Что-то такое. Такой. Он что жует, а? Не знаю. Привет, я желтая подводная лодка. Ну. Привет.
ребенок. О, полетел. Че такой бешеный? Да, все а спокойные, твой... этот такой прям носится. Бешеный. Пираньи такие маленькие, безобидные на вид рыбки, но они очень зубастые, могут съесть человека. Ага, а может ты корову? Давай, трогай. О-о-о. Давай, трогай. О! А. Они любят, когда их здоровают. Вау! Это вот такой огромный кит, касатка. Ой, что за бочка? А, это игрушка у него такая, с бочкой играет. Там вроде волны нету, это они сами шевелятся. А хотя нет, их вот обдувает труба сверху. Поэтому они все шевелятся. Что за гигантские золотые рыбки? А это петушлая, рыбок. Да? Рыбок. Потому что они золотые. Как в сказке золотые, а рыбка. Значит, они могут исполнять желания. Ура! Вот это лягушки. О, а чё мы кверх ногами плаваем? Смотри, они любят вниз головой, кверх ногами плавать. Ой. Это у меня клещище. О, что за фильм ужасов наяву? Смотрите, какие огромные раки. Вау! Вот это клещище. Мама, он маленькую рыбу съел. Не повезло. Давай, трогай. Оп. Очень странные создания, полурастения, полуживые существа. О, смотри, это рыба.
морская звездочка прилипла. Рыбки с длинным носом. Вон, смотри, один смотрит на нас, думает, ну, какие мы вкусненькие. Видишь, нет? Эй, крокодил, сюда иди. О, там еще двое. Вот так вот нос торчит и сидит, ждет. Акулы не голодные, а вот эти мелкие сейчас едят аквалангиста. О, а это что за змея? Уголь. Уголь? Ой, рот открыла. Очень много было вопросов к победе в интернете без ответов. И в частности, мой вопрос, можно ли полупустую сумку запихнуть, сжать и запихнуть в измеритель. Ну вот смотрите, что пытаются запихнуть, получится это или нет, сейчас посмотрим. И другой вопрос был, можно ли проходить без распечатанных электронных билетов, без распечатанного посадочного талона. В аэропорт зайти можно. Но дальше нужно пойти на стойку регистрации и получить распечатанный посадочный талон. Вот такой. И тогда можно спокойно проходить. То есть не надо обязательно, не обязательно самому идти на принтер и печатать. Все это дадут бесплатно на посадке. Вот. Персонал был довольно вежлив, но я сейчас жду, чтобы посмотреть, подходит ли. Смотрите, вот какой попытка запихнуть это в измеритель. Прокатит ли она у этого клиента. Да, без труда оно не закрывается, это точно. И смотрите, рюкзак, он в полтора, если не в два раза, длиннее, чем измерительный ящик. Вот. Моя сумочка такой же длины примерно, но предполагалось, что она будет почти полностью пустая, чтобы закинуть в нее верхнюю одежду. Ну, как видим, у этого клиента ручная кладь прошла, никаких претензий к ней не было. При выходе на посадку все равно проверяют в измерителях. И смотрите, вот длинная сумка, если она сплющится и встанет. То она может пройти. Все, вот такой вариант проходит.